Расскажи чуть подробнее о том, как происходили эти две победоносные карты. На самом деле было все хорошо. Мы чувствовали очень большую уверенность в команде. Ну, мы, я думаю, с ликвидами такую же уверенность чувствовали. Мы приехали за этим турниром конкретно, мы его очень хотели выиграть. Что касается самой игры, ну, ребята за нее отвечают, вы все видели сами, все выполнено качественно, все четко, на пике, все супер. Ты доволен? Это же первый мажор с тобой в качестве тренера, в принципе, первый мажор для этого состава. Я очень доволен. Первый раз нас обломили на Киев Мейджоре, второй раз на Интернешнле. Мы с ликвидами играли, ну, реально на равных. Кто выиграл бы ту игру, возможно, и выиграл бы Интернешнл. И вот две неудачных попытки, и, наконец, на третью у нас все хорошо. И расскажи про Леху. У него сегодня двойная победа. Вот всем интересно. Я за Леху безумно счастлив. Это действительно тот человек, которому нужно было отдавать машину. Малые свое еще всегда заработают, а Леша, ну, это классный подарок его и его жене. Он был в шоке. Ну, понятное дело, что никто не ожидал. Ну, действительно, все грамотно проголосовали. То есть брали в расчет не только киллы и фраги, а что-то более весомое. По типу, он привел эту команду сюда, он это сделал. За Леху голосовал? Да. Я тоже голосовал за Леху. Спасибо, я тебя поздравляю. Это наша общая победа, мы счастливы. И спасибо вам, что вы болеете за Virtus.pro. Спасибо, болейте за Virtus.pro. Не верится до сих пор? На самом деле, Леша только что стал MVP этого турнира, получил Mercedes от компании Mercedes. До сих пор не может в это поверить, Леш. Вы шикарно сыграли, две карты просто 2-0 затащили, не отдали просто ни в какую. Чуть-чуть хотя бы опиши, как это было, что вы делали, может быть, где они ошиблись, как это произошло? Ну, во-первых, мы хорошо пикнули вместе, немножко удивили даже самих себя. В каких-то моментах взяли, вот мы два раза взяли вингу. Она очень хорошо вписывалась и, в принципе, Чена мы не побоялись взять на второй пик. Ну, короче, необычно драфтили, я думаю, что они были удивлены. Вот. Ну и по игре, как бы, в первой игре реально хорошо играли, моментами там вообще, типа, прям переигрывали сильно. А во второй игре немножко поплыли, ребята молодцы, собрались. Я тоже немножко там своего вклада внес где-то по передвижениям и победили. Слушай, ну вот вы наконец-то в этом составе стали чемпионами мейджора. Есть что сказать про ребят, про твоих тиммейтов? Да, очень горжусь ими. Давно уже пора было нам выиграть мажор. Ребята заслужили. Они очень много играют, очень стараются, очень много работают. Для них это было, мне кажется, действительно важно сейчас выиграть. Для меня тоже, но, конечно, это не тот турнир от Valve, который я мечтал выиграть. Мне кажется, что масштаб как бы стал поменьше мажоров. И единственным таким турниром стал The International. Мы очень рады, это наша первая большая победа. Мы выигрывали только саммиты и занимали вторые места на крупных турнирах. Я знаю, что вы буквально сегодня же садитесь в самолет и улетаете дальше. Какие у вас ближайшие планы теперь? Хорватия, Dota Pit, Минор. Вот, а потом поедем, ну, выйдет новый патч, кстати, вот-вот, 1 числа. Непонятно вообще, что будет на Миноре. Как, что будет с Дотой. Будем разбираться. Будет прикольно, мне кажется, очень интересно. Смотрите обязательно. Потом поедем на буткемп изучать новый патч. Слушай, Леш, ну я думаю, что не лишним будет сейчас сказать пару слов для наших фанатов, которые поддерживали, как никогда за вас топили. Хотя сегодня такой сложный был день, и два состава играли в финале. Привет, ребят. Спасибо большое те, кто смотрел Доту. Спасибо, что болеете, пишите комментарии, заряжайте нас положительными эмоциями. Мы читаем, стараемся, всегда рады. И сейчас ты пойдешь показывать мне свою прекрасную машину, да? Нет. Почему? Ну, это типа такая машина, типа фейковая, поняла, я возле нее пофоткался, там снял видос, типа вот это... А на самом деле я выберу себе машину, там будет какая-то определенная сумма денег, на которую я должен буду выбрать именно Mercedes, в салоне Mercedes, купить себе Mercedes дома. Ура! Я поздравляю тебя, Леш! Ура!